Теперь внимание! Эксклюзивный материал с Харьковской области. Блестящая работа украинских танкистов, а также наших военных медиков. В мирное время их бы называли людьми в белых халатах. А сейчас они в самом пекле войны и делают все возможное и даже невозможное, чтобы непосредственно в зоне боевых действий спасать жизни своих побратимов. А еще в ближайшие несколько минут вы убедитесь, как умело украинские боги войны в прямом смысле слова бьют врага и его же оружием. Трофейная техника теперь смертельно опасна для самих непрошенных гостей. Детальнее в сюжете с передовой от корреспондента ТСН Маргариты Потаповой. На утреннем солнце посреди поля сохнет от грязи гусеничный бронетранспортер. Боевая машина М-113 стоит на страже у медиков 92-й бригады. Это всюду проходимая машина, которая имеет броню, защиту от пуль и обломков. Поэтому она имеет хорошую защиту, в том числе и от мин. Машина едет туда, где бойцам нужно спасать жизнь. Внутри док показывает рюкзак с подписанными отделами для первой медицинской помощи. Хирург-онколог в мирной жизни в железном ящике держит свои инструменты. Лучше наложить зажим, чем турникет, если это возможно, и сохранить ткани, чтобы они были меньше повреждены. Больше всего у дока работы, когда подразделения оттесняют россиян с ранее занимаемых позиций. Подрывы на минах и вражеский артиллерийский огонь наносят больше всего травм бойцам на харьковском направлении. Управляет операционной на колесах Василий с позывным «Партизан». На этой броне водителю нередко приходится рисковать своей жизнью для спасения украинской пехоты. Приходится ездить по минным полям, потому что жизнь человека важнее всего. Приходится, конечно, рисковать, за это нас ругают, приходится выбирать. Док молодец, может под посадкой и в поле, и под броней сшить, связать, чтобы спасти жизнь. Поэтому честь ему и хвала. Сегодня командиры подразделения награждают орденами и отличиями команду медиков за их работу на передовой. Дякую. Служу украинскому народу. Бойцы на передвижной операционной гусеничного бронетранспортера отправляются на боевое дежурство. Экипаж другой брони, модернизованного танка Т-72, возвращается из боевого задания. 130 лошадей, нормальная машина, жалоб нет, модернизирована в 2018 году. Этот панцирник бойцы 92-й бригады отобрали у россиян во время контрнаступления. Пушка по украинским военным, говорит боец, не стреляла, потому что была неисправна. Пушка на компьютере показала 16 настрелов снарядов. Сейчас уже 1000 после нас. Уничтожать врага на Купьянском направлении, куда российские войска стягивают свои силы, главная задача этих бойцов. На днях 92-я бригада показала редкие кадры танковой дуэли. Украинский экипаж Т-62 первым и точным выстрелом ударил по российской модернизированной броне. В результате экипаж россиян вместе с танком уничтожен. Танкисты своей меткой работой не кичатся. Как обычно, вышли мы, вышли они. Наши отработали, попали. Обошли назад, зарядились. Боец Игорь показывает аналогичную боевую машину, которая под крайнего выезда натолкнулась на мину. Борта поотрывало динамическое средство, полку подняло, машина вышла своим ходом, механик контуженный. Она ездит, просто надо поставить динамическое средство, которое будет помогать нам при попадании вражеских снарядов. Быть мишенью для вражеской артиллерии для бойцов танкового экипажа – дело привычное, но они не боятся, потому что знают, что меткие выстрелы их пушек защищают украинскую землю от российского врага.